Десятки белорусов собрались сегодня у Дома милосердия, чтобы отметить традиционный для Минска рождественский праздник «Духовность семьи, благосостояние граждан». Организатором торжества по традиции выступил Минский храм Всесвятых. В программе ярмарка сувениров, спортивная игра, а также концерт с участием белорусских фольклорных коллективов на крыльце Дома милосердия. Отмечу, на территории работает трапезная, где можно отведать солдатскую кашу. Кульминацией рождественского торжества станет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. Главные символы Нового года прибыли на праздник на вертолете. Мы сейчас с вами переживаем празднование особого события, праздника Рождества Христова, гражданского Нового года. И сам этот праздник проходит канун Старого Нового года. По благословению отца Федора, настоятеля нашего прихода, праздник приобрел городской статус. Поэтому мы принимаем на своей территории не только прихожан, но и наших горожан и гостей столицы. По инициативе социального центра Дома милосердия, а также Минского Всесвятского прихода, праздник «Духовность семьи, благосостояние граждан» белорусской столицы проходит уже в 14-й раз.